И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Северна, мы продолжаем проходить такой замечательный квест, как Тунгусский секретный материал. И прежде чем мы продолжим, я с вами хочу поделиться этой маленькой нюансиной. Я поняла. Я не нашла в прохождениях объяснения, но я поняла. Это действительно часы, то есть, в общем-то, 12, 3, 6, 9, ну, 12. Все логично, но... Нюанс 6, 7, 8, 9, 10, 11. А вот эти вот сраные палки, это половинки. Вот как до этого нужно нормальному человеку додуматься? Вот, ну, ладно, я, видимо, ненормальный, ну, в общем, вы поняли. Вот как, вот если вот так серьезно, как до этого можно, это, до этого можно додуматься? Мне кажется, только после того, как ты решишь эту загадку, потому что ты начинаешь уже думать, думаешь, какого хрена. А вот не зная решения, естественно, ты начинаешь думать, что, ну, как бы, блин, я не знаю, это вообще кто придумывал это? Кошмар. Ну ладно, мы решили. Моя идея с часами была верной. Продолжаем. Мне просто загадка-то не давала покоя никак. Но теперь я успокоилась. Я теперь понимаю, по какому принципу она работала. И все. Все. Мне стало спокойнее. Давайте дальше. Там внутри сидит раненый Моранжи и ждет, пока я наконец освобожу его. Бедняга. Так, меч. Экскалибур. Стоит попробовать. Вдруг я в прошлой жизни был королем Артуром. Ох. Вот это было несколько неожиданно. Да, кстати. Я забыла, что он может вытащить его. Ладно, что это? Ставня. Старая, покрытая плесенью ставня. Я понимаю слово ставни, но... Ставня. Она как-то... Ну, странно, слово это звучит, не знаю почему. Ставня. Не обращайте внимания, я просто поела борща. Я немного неадекватная. Я всего лишь хотел закрыть ставню, а она взяла и отвалилась. Здесь явно требуется капитальный ремонт. Видимо, на меня так свекла влияет, я не знаю. А может, просто витамины из лука, которые я схавала заодно, ударили мне в голову. Я не знаю, я что-то упоротая в край сегодня. А, просто если вы не понимаете, загадка вот та вот с компасом для меня была минут 40 назад. То есть вы понимаете, да, в каком я настроении? Чей это? Свеча почти догорела. Кто ее зажег? Сколько он здесь сидит? В смысле, Моран же сколько он там сидит? Проволока. А, бери сразу, господи, что изучать-то 20 раз. Меч, кстати, что-то... Несколько веков, проведенных в камне, никак не повлияли на лезвие. Оно все еще острое, и на нем не пятнышко ржавчины. Да что ты говоришь? С чего ты взял, что он там несколько веков? Настоящая камера пыток. Забавно обнаружить такое в замке. Правда, когда я смотрю на это и думаю, что здесь действительно пытали людей до смерти, это уже не смешно. Факт. Железное дело. Ой, ужас. Давай, цепь бери. Я не помню, что тут надо делать, если честно. Вот вообще ничего не помню. Ой-ой-ой, смотри, только сейчас заметила. Так, хорошо, что у нас есть? Остывшие угли. У нас есть факел. Мы его, видимо, здесь будем потом поджигать. Там уже достаточно угля. Да? А ты поджечь могёшь? Спичку у тебя, к сожалению, нету. Но здесь камень. Видимо, мы его будем использовать для высечения искры. Честно говоря, меня вполне устраивает мое тело в том виде, в котором оно сейчас. Да? Идеально для людей, соотношение рост-вес у которых не соответствует высоким современным стандартам. Ты бы, да, вытянет так, что... Так. А вот и железное дело. Шипы настолько острые, что я бы ни за что не стал их трогать. Ок. Веселенькие украшения. Надеюсь, что это только украшения. Конечно. Уютненько. Погода очень типичная для Ирландии. В такие дни лучше вообще не вылезать из постели. Пейзажи. Если не ошибаюсь, здесь изображены окрестности замка. Итак, что тут у нас? Гольфы, шорты. Здесь нет ничего, что могло бы меня заинтересовать. Ой, что это?
Монетка. Монетка? Эта монета наверняка стоит целое состояние. Статуя. Скорее всего, изображает кого-то из рода Моранжи. Главное, спер монету, да, которую может стоить целое состояние, с чужого дома. Мне насрать, я персонаж квеста. Судя по всему, картины очень старые. Вполне возможно, что лет 200 назад здесь все так и выглядело. Тяжелая штора. Похоже, из парчи. Спарчи. Проход. Несколько ступенек ведут в темноту. Пахнет плесенью. Интересно, что там внизу? Подвал. Просто мечта. Будь у меня такая, я бы любую женщину покорил. Если бы только Нина была здесь. Знаешь, не кроватью покорять надо женщину, на размер кровати. Если ты покоришь женщину, кровать уже будет необязательная. Как бы. Да и тут тоже уютненько вполне. Что у нас тут? Небольшой табурет. Судя по всему, в этом камине огонь не разжигали очень давно. Мы будем этим заниматься? Нет. Интересно, почему стул стоит посреди комнаты? Почему нет? Портрет лорда Уильяма Моранжи. Годы жизни 1270-1305. Ничего себе! Прожил 35 лет, а выглядит на все 60. Кстати, да. Вот, кстати, этот меч. Что-то хотел сказать из головы. А, Уильям Моранжи. Сразу вот, когда вижу какие-то такие вот картины, и тем более, если фигурирует имя Уильям, сразу вспоминаю Уильяма Гордона из «Черного зеркала». Сразу так в «Черное зеркало» хочется. Ми-ми-ми. На этих часах без четверти 7. Они стоят. Забавно. Маятник все еще качается. Ну, значит, может быть, они не стоят? Очень милый канделябр. Пойдем. Так, рычаг. Ой, я начинаю вспоминать что-то. По крайней мере, локацию точно. Старая керосиновая лампа. И керосина в ней, кажется, вполне достаточно. Бери с собой. Замечательно. Нам бы еще спички для полноты вообще. Нормально так. Взял, спер. Большая часть этих книг меня не интересует. Но тут есть книга о старинных замках с привидениями. Да здесь рассказывается о замке Моранжи. Ходят слухи, что Уильям Моранжи, который жил с 1270 по 1305 год, похоронили без соблюдения местных обычаев и традиций. Более того, для него даже отказались зажечь погребальный костер. Когда его положили в саркофаг, на нем были только простая рубаха и фамильный амулет. Говорят, с тех самых пор он выходит после полуночи и бродит по замку, неся месть незваным гостям. Хотя я и не верю в привидения. Лучше вытащить Моранжи из колодца до полуночи. Это суеверное сукло. Так, давайте рычаг. Дернем. Цепь чуть-чуть сдвинулась с места. Лучше отпустить рычаг, иначе канделябр упадет с цепи на пол. Так, он опустился там немного? Нет. Что ж мне с тобой делать? Ля-ля-ля-ля. Очень милый канделябр. Угу. Старая керосиновая лампа. Полагаю, здесь покоится один из предков лорда Моранжи. Что тут есть? О, кстати. О птичках. Это каменный саркофаг. Мне ни за что не сдвинуть с него крышку. Ну ты постарайся как-нибудь. Нет? Что это? Проволока. Цепь. Золотая цепь над битом. И днем, и ночью. Так, что это? Такое ощущение, что на трубу надет шлем. Товарищ, в упор. Да? Он уйдет к лодке?
Боже мой, всего пару раз пересек озеро, а руки уже отваливаются. Надо заняться спортом. Факт. А что тут открыто? А, кстати. У нас же есть тиски. А что мы можем сделать с помощью них? На этот раз мне удалось вставить наконечники копий в тиски, не покалечив себе пальцы. Неопровержимое доказательство истины, что учиться никогда не поздно. Ну, вставил ты, и чего? Хотя наконечники копий уже очень старые и явно побывали в деле, они все еще достаточно острые. Наконечники копий зажаты в тиски, один за другим. И что мне это дало? Хз. А я не знаю. И чё? Наконечники копии зажаты в тиски. И чё? А кто бы знал? Я, честно говоря, что-то даже не понимаю. Ну, в тиски-то это понятно, чтобы сжать. А хотя нет, подожди. Наверное, сжимать-то их как раз-таки и не надо. Наверное, с помощью них что-то перепилить? Может, как пилой воспользоваться ими? Но если так, значит, это не сейчас будет. Так, друг мой, милый, хороший, не туда. Хотя нет, подожди, давай. И чё? Там уже достаточно угля. Ты господи. Кажется, монету пора вытаскивать из огня, иначе золото совсем расплавится. Пилите, Шура, на золотая. Так, вот. Это сейчас случайно получилось. Я дырочку Шип сейчас... с легкостью прошел через монету. Лучше даже не думать, что было бы со мной, окажись я в этой штуке. Мы сделали кольце. Мы выковали кольцо всей власти. И что теперь с ним делать? А, в воду опустить, наверное. Кольцо всей власти. Очень красиво. Надо будет подарить его Нине. Ей очень пойдет. Чувак, ты че не знаешь, что бывает с женщинами, если им дарить кольца? Они могут воспринять это по-своему. Это очень опасные подарки. Свеча почти догорела. Поставь сюда факел. Да как-то нет, да? Да нет, вряд ли. Так, мы где были-то этого? Мы были здесь. Угу. А нам нужна, кстати, дыба будет для чего-нибудь? Там проволоку-то я не думаю, что, конечно, растягивать имеет смысл. Мы ее руками растянем. Ладно, не важно. Это выход. Это комната. Пойдем, что ли? Я даже не представляю, как пробраться через решетку. Думай. В камне есть ниша, но отсюда не видно, что в ней. Я даже не... Что это было? Смотри, сработало. Я снова запустил какой-то механизм. Снова. Так, одни ворота мы открыли. Хорошо. И тё. В камне есть... Расстояние не так уж велико, но перепрыгивать через пропасть, когда есть мост, это уже несусветная глупость. Чё это пропасть? Вон, вода. Нормально. Встал и пошёл. Если есть вода, значит есть дно.
Может, ему надо на вторую руку что-то нахренать? А вот чё? Ин? Вряд ли благородный лорд носил на шее простую цепь. На ней должен был висеть... Меч. Похоже, я опять включил какой-то... Молодец. Чё там? Нам нужно ещё что-то третье, да, будет? Вопрос только чё? В камне есть ниша, но отсюда... А, там же картине подсказка для дебилов. Пойдемте посмотрим. Там у него либо медальон был, либо что-нибудь такое. Что там? А, щит. Я за татара да. Похоже, я опять включил какой-то механизм. Чё тут? Здесь маленький ключ. Не, какая близость. От чего он? Чтоб я знала. Тара-та-тара-тара-та-та. Ну, тут ничего нет, здесь все стандартно. Так, этой фигней мы уже воспользовались. Вряд ли она нам будет нужна второй раз. Хотя, загадывать, конечно. Это глупо. Так, я помню, что вроде как канделюбр. Нам нужно то ли опустить, то ли что-то такое с ним сделать. Тара-та-та-та-та-та. Пойдемте наверх. Глупо. Не лучше. Цепь чуть-чуть сдвинулась с места. Лучше отпустить рычаг, иначе канделябр упадет с цепи на пол. А я вот не помню ничего. Большая часть этих книг здесь рассказывается о замке Моранжи. Хоть когда его говорят, хотя я... Да было уже. Так, ладно. Мне еще как-то нужно скинуть эту хреновину. Который типа того шлем для трубы. Судя по всему, в этом камине огонь не разжигали очень давно. Что там тебе предлагаешь? Я не знаю. А чё ключ? Так, ладно. Там внутри сидит ра. Давайте перетрем. Лорд Моранжи. Да? Можно задать вам несколько вопросов? Когда вы меня отсюда вытащите? Я постараюсь. Козел какой. Так, с тобой мне что-нибудь все-таки надо делать или нет? С тобой еще что-то надо? Статуя слишком массивная. Так, им надо что-то еще сделать. Может, надо... Че, подожди, может, что не хватает? Там же еще одна решетка есть. Может, реально какой-то медальон? Ну-ка, иди посмотри. Портрет лорда, да. Уильяма Моранжи. Нужно этот крестик где-то накорявать. Кольце есть, меч есть, этот есть, проволока у нас есть. Нам надо что-то нафигачить в качестве того самого. Так, сейчас, секундочку. Удобно сесть. Мои мозги включаются только когда я сижу в этой позе. Так.
Что-то я еще помню со стульями. Вот почему, кстати, он не может стул подвинуть, чтобы канделябр опустился на стул? Объяснит мне кто-нибудь? Очень милый канделябр. Примерно, по-моему, кстати, интересно. Так... По-моему, что-то такое нам и нужно будет сделать, если мне память не изменяет. На этих часах без четверти 7. Они явно стоят. Забавно. Что ж делать-то мне? Чтоб я знала. Не, проволока нам, скорее всего, нужна для кулончика. Так, ладно, подождите. Здесь у нас пыточная. Нормальная спальня рядом с пыточной. Свеча почти догорела. Это знак? Что это значит? Ну, догорела она, и чё? А чё ключ? Статуя. Не, ну ключ явно не от ворот, потому что они должны открыться так же, как и те. К тому же у нас есть... О, там еще одни. Хотя вот эти, по-моему, они одновременно открываются. Два штука. Нам нужно амулет нацепить. Может, из наконечников сделать этот крест. Но, с другой стороны, мы там вроде ничего тыкнуть-то не можем. Вот в чем беда. Кстати, нет, зель. Так, что с тобой сделать-то? Такое ощущение, что... Где-то шлем. Ну, я не знаю. Пойдемте попробуем обратно сделать с этим наконечниками чунить. Не представляю, правда, что. А, кстати, господи, мне же еще доску отковырять можно. О, господи, какой звук ужасный. Вот, я же говорю, как пилу использовать. Я забыла про доску просто. При помощи этих наконечников я попытаюсь отпилить доску. И чё? Доска все еще очень длинная. Но сейчас ее хоть нести можно. А зачем нам это? Так, а еще можно? Да нет. Древние наконечники взял, просто вот сюда унес куда-то. Так, нам вода там нужна какая-нибудь? Вряд ли. Тут мы что-нибудь забрать можем? Ну, нужно вообще. Это заберем, мало ли. Че, нет никого? Не хочу лишать бармена его лучшего друга. Бармен уже слился. Так, вопрос, зачем нам доска? Хотя нет, я догадываюсь, что мы сейчас подопрем и достанем этот, да? Нет. Полагаю, здесь покоит. Это каменный саркофаг. Ну и чего теперь? Зачем нам доска? Ну вот. Кажется, я догадываюсь. Угу. Немножечко с другой стороны нужно было. Там расхреначили дом вообще. Я ж помню, что нужно его как-то снять.
Может быть, он будет финальным штрихом, хотя вряд ли. К этому. Ну, типа шлем. Не зря же в закна. Ну да. Похоже, я опять включил какой-то. Но все равно не хватает, по-моему. Там нужен еще амулет. Сейчас у нас, небось, еще одна штука будет закрыта все-таки. Ну да, нам нужен этот. Стоп, подожди. Я даже не при. Ой. Ты уже три штуки открыл, все до сих пор не представляешь. Так, нам нужен этот самый крестик. Фамильный вот этот тут. Но его достать можно только в этом, в саркофаге. Логично. Как открыть саркофаг? Каменный. У тебя, может, есть? Веселенький укра... У тебя ничего нету. Дыба. Честно говоря. Дыба нам не нужно. Проволока, логично, что именно для вот этого креста нам пригодится. Честно говоря. Слава богу. Блин, тогда вопрос, а из чего сделать крест или вообще что использовать в качестве его заменителя? Просто мечта. А. Блин, ну теперь как-то я не могу мимо этой кровати спокойно без лишних мыслей пройти. Он меня испортил. Факел укреплен на стене. Снять его будет непросто. Может, его надо снять? Потушить? Отковырять как? Зачем нам его снимать? Может, его надо потушить, чтобы этот... Как-то... Не знаю. Но тушить он его не хочет. Факел укрепленный. Мой сотовый... Чтоб я знала вообще. Ой, не туда. Господи. Небольшой табурет. Да не на тот смотришь. Судя по всему, в этом камине огонь не рож... Угу. На этих часах без четверти семь. Я рада за них. И чё? Со стулом я, конечно, не очень угадала. Ой, нет, не надо. Хотя, не, подожди, давай посмотрим, может. Большая часть здесь, когда его положили в саркофаг, на нем были только простая рубаха и фамильный амулет. Говорят, с тех самых пор он выходит после полуночи и бродит по замку, неся месть незваным гостям. Хотя я и не... Мне нужно открыть саркофаг. Только как это сделать? Что-то с факелом, наверное, нужно сделать. Он там немножечко вскроется. Полагаю, здесь покой. Это каменный саркофаг. Блин, я ненавижу тебя. О. Налью керосин в жёлоб, идущий вокруг саркофага. Нормально вообще. Устроим лорду Моранже кремацию. Он ее заслужил. Может быть, он и правда стал привидением, поскольку погребальный ритуал не был соблюден должным образом. Нормально, да? Взял, пришел, сжег предков, предка. Разрушил замок, монету золотую, которая, может быть, раритетная какая-то была, расплавил. Было? Тут потянуло холодом, или мне показалось? Мне показалось, или... Расфигачил, превратил, может быть, очень драгоценные наконечники копий в пилу, вообще из замка куда-то увез. Ищи, это как каменный хочешь. Саркофаг. Ну я-то что могу сделать? Факел укрепленность. Полагаю, здесь покоится один. Так. Что ты хочешь-то от меня? Я его уже и кремировала, и все. Что вам надо? А, вот отверстие. Ключ? Твою мать. Останки лорда у. Ну так бери.
Прошу прощения, лорд Моранжи. Мне нужно спасти одного из ваших потомков. И я надеюсь, ваш амулет поможет мне в этом. Ну, я понимаю, что мы сейчас его не сожгли. Но вы поняли, я надеюсь, что я имела в виду, когда я это говорила. Я не туда пришла. Ну все, уже давно. Не представляю, как прикрепить. А, да. Я протянул. Молодец. Проволока слишком коротка. Все, что я смогу, это повесить амулет статуи на мизинец. Хорошо или плохо? Если зацепить проволоку одним концом за цепь, амулет должен на ней удержаться. Похоже, я опять включил какой-то механизм. Аллилуйя. Как статуя распознает, что именно мы на нее вешаем, это, конечно, хороший вопрос, но ладно. Это квест, это норма. Дверь. Похоже, потолок здесь просел. Видимо, та самая дверь. Дверь не открывается. Открой. Дверь не открывается. Ты издеваешься, что ли? Вполне возможно, она, кстати, не открывается, потому что мы за Нину не это самое не сделали. Хотя я могу ошибаться. Потому что она должна открываться, вот, на нее уже больше ничего нельзя сделать. Ладно, давайте вернемся тогда к Нине. Может быть, это действительно как-то связано. Похоже, потолок. А может быть и нет. Ну просто вот, видите, все, мы как бы пришли к двери, и все, нам только ее осталось открыть, но она не открывается. Вот, и в общем-то, давайте тогда на Нину переключимся. Может, это как-то все должно одновременно произойти и так далее. Короче говоря, надеюсь, что эта серия вам понравилась. В следующей будем бегать за Нину. Декорация немножечко повеселее, вон там бабища какая-то танцует, аж прям вообще. И какой-то бледный нигерь сидит. Ну да ладно, поговорим с ним в следующей серии. В общем, надеюсь, что эта серия, повторюсь, вам понравилась. Если так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь за эти друзей. И, в общем-то, до встречи. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.